Вчера около полуночи на юго-западе Екатеринбурга в очередной 100-тысячмиллионный Дани Барас объявился претендент на то, чтобы быть оштрафованным за превышение скорости более чем на 1 миллион километров в час, из-за чего коварный эффект Доплера превратил красный свет в зеленый, и водитель спокойно под него выехал на перекресток. Речь идет о перекрестке Шаумяна и Серафимы Дерябиной, где в 30 метрах от светофора имеется станция скорой помощи, и она пригодилась. За 10 минут до наступления вторника Hyundai Accent ехал по Шаумяна от Белореченской в сторону Виза. Ну а по Серафимы мчалась 6-я Mazda от Бардина в сторону центра. И, как вы уже догадались, оба водителя на перекресток выехали под зеленый, по их словам. Ну а перпендикулярность улиц имени бакинского комиссара, члена РСДРП с 1900 года, и имени подпольщицы, члена РСДРП с 1904 года, подразумевает, что кто-то из них банально врет, если, конечно, он не дальтоник. Свидетелей в виде пассажиров ни в одной машине не было, видеорегистраторов, насколько мы поняли, тоже. Помощь скорой помощи, чья непосредственная близость уже была нами отмечена, понадобилась только 28-летнему рулевому Hyundai, которого с травмами ног отвезли в 36-ю больницу. На месте остался его брат, который передал его видение ситуации. Ну, у них вот прямо едет, у них уже красный был. Он начал оттуда выезжать, туда перестраиваться. Он говорит, на красном пролетел, говорит, о, ДТП. А Mazda-то прямо что, да? Да-да-да. Он говорит, на большой скорости приехал.